Площадка для занятий спортом, сдачи норм ГТО, а в перспективе для подготовки олимпийцев. В станице Солдатской по программе «Единой России. Здоровое поколение» отремонтировали спортзал. На празднике в честь его открытия побывала съемочная группа «Вестей». Слово нашему специальному корреспонденту Сафару Гириеву. Теперь уже светлый и уютный. Стены и потолок здесь заново побелены и окрашены. Установлены современные стеклопакеты. Закуплен новый спортинвентарь. Реконструкция спортзала шла по программе «Единой России. Здоровое поколение». Чтобы с этих стен школы выходили не только отличные ученики, медалисты, но бы в стенах этой школы, этого спортивного зала, родились бы прекрасные, знаменитые или именитые спортсмены. У нас в районе в рамках этого комплекса отремонтированы 5 спортивных залов, в том числе и вот этот зал. Но вот этот зал в таком формате, он единственный у нас в районе, потому что он будет готовить олимпийский резерв. В этот же день 6 команд из школ муниципалитета провели в новом спортзале межпоселенческий спортивный праздник «Вместе мы сильны и едины». Состязались в баскетболе и армрестлинге. Быть может, среди этих ребят будущие олимпийцы, которые смогут достойно представить нашу республику на большой спортивной арене. Но, как утверждают специалисты, физкультура и спорт для них не менее важны, чем хорошо оборудованные кабинеты и современная компьютерная техника. И это правильно, ведь нам в первую очередь нужно здоровое поколение. Как отметили ребята, теперь заниматься физкультурой стало удобнее и приятнее. Можно не только показать свои спортивные способности, но и добиться высших достижений. Дает хорошую подготовку, хорошие условия. Раньше было, конечно, гораздо хуже. Сейчас, тем более, Единая Россия поддерживает нас и готовит ГТО, готовы к труду и обороне. Я думаю, мы все сдадим этот барьер. Становление и развитие спортивно-игровых сооружений, в том числе и посредством строительства новых комплексов, реконструкции школьных залов для проведения физкультуры, по-прежнему остается одной из приоритетных задач всех органов власти. За 2014 год в рамках проекта «Единороссов. Здоровое поколение» в 30 регионах страны отремонтировали и оснастили необходимым оборудованием около 3000 спортзалов в сельских школах. Сафар Гириев, Анатолий Дерико, «Вести», Кабардино-Балкария.